Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня я вам покажу вот такой вот узорчик. Он, это вот махеровая ниточка тоненькая, вот такой вот узорчик. Не знаю, видно вам на белом фоне. Сейчас я положу вот эту вот штучку. Вот, я думаю, вам так будет виднее. Кстати, тут даже непонятно, где, с какой стороны он красивее. Вот смотрите, это в принципе изнанка. Вот лицевая сторона. Это на тонкой пряже. Вот она. Видим, да? И здесь я попробовала еще на плотнее пряжа. То есть тоже очень красиво. Такой он рыхлый получается. С изнанки. То есть рабочая сторона непонятно где. С обеих сторон он очень красивый. Вот. Так, итак, вяжется он очень просто. Вы знаете, что я люблю все, что очень просто и красиво. Так, количество петель должно быть кратно 2. То есть просто кратное число петель. 1, 2, 3, 4, 8. Из них 2 петли уйдет на кромочные. Но так как у нас раппорт 2 петли, то первый ряд я просто провяжу лицевыми. Он не считается. Это не первый ряд. Опять же, чтобы потом не было как бы непоняток. Вот, это просто, чтобы удобнее было вязать. Первый ряд я... Вот он, первый ряд. Значит, провязываем петлю двойную. Вот таким вот образом. Продеваем спицу. 2 раза обматываем ее и протягиваем. То есть получается двойная петля. Двойной захват нити. Так все петли, сколько бы их ни было. Очень удобно, что потом на этом узоре удобно вывязывать, если число петель кратно 2, удобно вывязывать как бы рельеф и горловину, рукавчик, там пройму. Так, второй ряд, одну петлю спускаем, то есть мы ее переснимаем на правую спицу, при этом распустив вторую дополнительную, и возвращаем на левую спицу. Теперь берем вторую петлю. Так вот, перетягиваем ее через первую, пока не снимаем, просто провязываем, потом вторую. Снова 2 петли, распускаем, и начав со второй, вот видите, я ее как бы одела на вторую, но со спицы не сняла, просто провязала, потом уже сняла. И вот и все, девчонки, вот весь узор, далее повторяем с первого ряда. Не с лицевой петли, а с предыдущего ряда. Вот. 1, 2. То есть я сначала провязываю, потом снимаю первую петлю. Все, девчонки, весь узор. Больше ничего не нужно. И в итоге у нас получается вот такая вот красота. То есть куда угодно его можно использовать, этот узорчик. Приспособить, использовать даже на двухсторонние вещи, в которых видна изнанка. Тут ничего страшного не будет, все красиво у нас и с лицевой стороны, и с изнаночной. Вот он вроде бы как сетка, но не сетка, скорее всего ажурный, да, узор, просто такие вот интересные дырочки. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.